Капкан на щуку. Такая интересная штуковина, предложена в деревенском варианте. Разбивается гвоздь, по-моему, сотка, затачивается. Вот сейчас он в заведенном состоянии. Вот так. Так он вывешивается. Куда девать малька, пока непонятно. Сейчас попробуем. Подплывает щука, цепляет и происходит вот такое. Здесь небольшой вырез под то, чтобы завести. Если дергает щук, то он срабатывает. Происходит примерно вот так.